Итак, дорогие друзья, что хочется сказать об iOS 14.4 Beta 1? Это говно. Не советую обновляться, батарейка ужасно работает, греется. Фризов как таковых ничего не заметил, вроде бы все нормально, кроме, конечно же, то, что вылетает приложение Instagram. При попытке выложить какую-то историю, просто банально вылетает. Точно так же и в ВК. В остальном во всем ничего такого не заметил, по скорости вроде бы ничего, но вот то, что вылетает приложение, греется батарея, вам однозначно не советую обновляться, это говно. Вот. Поэтому следите за новостями, обязательно ставьте лайки, для меня это очень важно, продвигайте мое видео. Я для вас жертвую своим iPhone, своей батареей, вы, пожалуйста, проделайте такую небольшую работу, подписывайтесь на канал, прожмите колокольчик, чтобы потом не пропустить мое новое видео. Всем пока!